Здравствуйте, меня зовут Сергей Рыжов, и сегодня я вам расскажу о новинке – зеркальной камере Nikon D5500. Многие компании, которые занимаются выпуском серьезной фототехники, весьма консервативны и тяжело реагируют на изменения рынка. Nikon не из их числа. И новая зеркальная камера Nikon D5500 – наглядное тому подтверждение. Новинка очень компактна для зеркалки. Она стала чуть меньше предшественницы, тоньше и изящнее, что позволяет удерживать ее с большим комфортом и надежностью. Это особенно важно при работе с тяжелой оптикой. Дизайн камеры также изменился. Почти не осталось прямых линий, камеры выглядят современно и динамично. Несмотря на небольшие размеры, эргономика не пострадала. Выступ для хвата большой, камера крепко лежит в руке и не выскальзывает благодаря прорезиненным поверхностям. Появились новые органы управления. Тут и очень удобный диск управления, расположенный прямо под большим пальцем, и язычок переключения режима Live View у селектора режимов. Набор клавиш небольшой, но достаточный любому пользователю. Доступ к важнейшим настройкам обеспечен в 1-2 нажатия. Интерфейс уже привычный для любительских зеркалок Nikon. Он придется по вкусу как новичку своей доступностью, так и опытному пользователю. Глубина настроек в жертву доступности не принесена. В конструкции камеры D5500 использованы элементы из магниевого сплава. Обшивка корпуса пластиковая. Сердцем камеры является связка из КМОП-матрицы формата DX разрешением 24 мегапикселя и процессора XPEED 4. Скорострельность камеры 5 кадров в секунду. За быструю и точную фокусировку отвечает фазовый модуль с 39 точками. Есть встроенный модуль Wi-Fi, который позволяет управлять камерой со смартфона и передавать снимки без использования проводов. Главное, на что стоит обратить внимание при выборе Nikon D5500 – поворотный экран с сенсорной поверхностью. Это первая зеркальная камера в линейке Nikon с подобным экраном. И наверняка не последняя, так как решение достаточно успешное. За счет поворотов экрана при использовании Live View можно снимать из необычных и сложных ракурсов. А сенсорный экран поможет быстро задавать точку фокусировки или в 1-2 прикосновения менять важные настройки. Второе ключевое преимущество Nikon D5500 – это его компактность. Это полноценный зеркальный фотоаппарат со всеми его преимуществами в небольшом корпусе, который легко поместится в рюкзак или даже дамскую сумочку. Ну и, наконец, качество съемки. Никаких компромиссов. 24-мегапиксельный сенсор с кроп-фактором 1.5, лишенный низкочастотного фильтра. Он выдает детализированную картинку с широким динамическим диапазоном и позволяет добиваться отличного качества практически в любых условиях, в том числе в вечернее время или в помещении. В зеркальной линейке Nikon D5500 занимает промежуточное положение между камерой начального уровня D3300 и полупрофессиональным аппаратом D7200. Камера рассчитана на самую широкую аудиторию, ищущую решение на каждый день и на все случаи жизни. Эту модель можно рассматривать и как первую камеру в жизни, и как переход на новый уровень с компакта или с камеры начального уровня, вроде Nikon 3000 серии. Nikon D5500 можно приобрести в двух цветах – черном и красном. Также доступно несколько комплектов. Помимо традиционного боди, то есть комплектации без объектива, можно приобрести камеру с объективом 18-55, светосила 3.5-5.6, а также с объективом 18-140, с теми же характеристиками диафрагмы. Модель D5500 поддерживает весь парк современной оптики Nikkor, а также много интересных аксессуаров, например, GPS-модуль, блок беспроводного управления съемкой или проводной спуск затвора. Nikon D5500 можно приобрести в официальном магазине Nikon в Москве или на сайте nikonstore.ru. Профессиональные консультанты подробно расскажут вам о камере, протестируют ее перед покупкой и помогут с выбором необходимых аксессуаров для ваших успешных съемок.